Привет, друзья! Привет, подписчики! У нас на канале обновки будут. Пришла посылочка, на розетке заказал винчестер внешний на 2 терабайта. Видео складывать уже негде. Большие объемы. И палка, так называемая, для селфи. Попробуем, может, с ней будет как-то удобнее снимать. Буду пробовать ее, хочу где-то ее крепить, ставить, как штатив использовать. Попробуем. Давайте сейчас, еще чая прикупил, сейчас заварю чайку, термос. И сегодня у нас выезд очередной. Давайте попробуем распаковать. Такая упаковочка. Так, у нас здесь вот такая вот палка монопод для селфи. Смотрим. Палка. Первый раз я все-таки держу в руках, не пользовался. Так вот будем крепить наш телефончик для съемки. Кнопка дистанционная. Так, и самое интересное, это у нас вот такой вот внешний жесткий диск на 2 терабайта. Ну что, вскрываем. Интересно. Вот такая инструкция. Вакуумная упаковочка. Такой вот небольшой диск. Два терабайта, это хорошо, видео много, объемы большие, там еще должен быть шнурок, да, есть шнурочек, USB 3.0, скорость должна быть нормальная. Все, пробуем, сегодня попробуем палку в работе, думаю, все будет хорошо. Друзья, мы уже с вами в лесу копаем. Вот в таком красивом месте. На картах здесь обозначено были, стояли дворы. И у меня сигнальчик был. Интересная находка попалась. Смотрим. Это я уже так посмотрел. Вроде бы ножичек. Ножичек, складной ножичек. С такой вот ручечкой. Интересный. Так, где там фокус? Не знаю, давайте посмотрим, откроется или нет. Сейчас снимаю этой палкой, которую показывал вам. Так что руки свободны уже.
Закисло. Не, пока не открывается. Ну, такой ножичек. Маленький, вот, ладошку берем, в хозяйстве пригодится. Красота. Что снимать начал-то? Сигнальчик был невысокий, совдеповский, и монетка. Не смотрел еще. 20 копеек. Какого-то года позднее. Вот хоть посмотрим, неважно, конечно, какая монета, но интересно. Восемьдесят первый. Берем. Опять, друзья, рано спрятал камеру, потому что прозвонил ямку. У меня еще одна монетина. И это пятачок. Вот. 82-й. Вот такой с охране, конечно, но тоже ничего не стоит. Одни красивые виды. Копа мало, потому что местность не позволяет особенно. Такая, снега много, трава высокая, плюс еще проваливаешься под лед местами. Фольга. Лопату оставил. Вот такое, друзья. Друзья, у меня, по-моему, приятная находка. Но перед тем, как показать ее, я вам покажу, с какой глубины квазар его взял. 5 сантиметров снега.
плюс. Вот так вот. Ну, полтора штыка или два. Два, если со снегом. Потому что искал я вот именно в такой вот, не в черном верхнем слое, а вот в такой глине, вон, со дна она. Глина. И, по-моему, друзья, смотрите сами, что это. Смотрите. Видите, форма? Это кольцо. А вот это что? Беленькое. Как бы не серебро. Странно блестит. Это кольцо явно. Давайте я попробую почистить и вам покажу. Не, друзья, рассмотрел. Это посеребрение. Не серебро, к сожалению. Да уж. Плюс оно треснуло. Вот здесь это. Треснуло. Но это кольцо. И глубина радует. С такой глубины поднять. Квазар меня радует, да. Ну, берем, ищем что-то стоящее. Вот такое место сейчас пробиваю. Вон там село. А здесь были дворы. Пока не нашел. Возможно, вон там. Сейчас туда пойду. Давно уже хожу. Ничего толкового не нахожу. Прям стихи какие-то. Ну, тут уже иду по направлению домой. Выпала конинка. Обычная конинка. Вот такая. Ну, хоть что-то берем. Друзья, темно уже, чтобы вы понимали. Вот у меня фонарик. Вот без фонарика темень. Иду к машине и словил сигнальчик, даю послушать. Семьдесят семь, 79, и глубину показывает. Так, постараемся выкопать онлайн. Да, я понимаю, что это будет проблематично. Здесь он дерево, корни. И плюс одной рукой еще монопод не приспособил ставить. Пробуем. Показывает, как бы выкопал. Случайно нажал кнопочку, выключил. Да, да, друзья. Да. Это кругляшок. Да. Наконец-то. Честно сказать. Опа, не знаю пока. Вроде вензель Николая. Первого. Неужели опять копейка серебром недавно находил? Ой, не скажу я вам сейчас, залипшая. Но что-то мне кажется, что она тут не одна. Это или мне так показалось? Да, это копейка серебром. Вот. Ну, стан ее состояние, конечно, похуже, чем та, что я находил недавно.
Так, беру его в карман и пробиваю ямку. Да, вот это да, это я люблю такое. Она тут не одна. Так, не отключаюсь. Так, извините за качество, но где-то здесь. Смотрим, друзья, вот лежит, вот она. Сейчас я ближе. Пин реагирует. Да, темно, ничего не видно. Вот она. Вот. Видно? Да, еще одна. Опа. Еще не понимаю, что это. Друзья. Такое качество, конечно. Из-за того, что ночь, полная ночь. Не знаю, друзья, что это. Даже вообще не понимаю. Так. Похоже, того же периода. Беру, пробиваю еще. Так, пока не вижу. Наверное, все. Лопату уберу. Ну, то похоже все. Кто-то еще здесь, но это что-то уже не то. Вот ямка. Это 45 что-то бьет. Так, давайте я отключусь. Найду. Это похоже на гильзу. Здесь их много. Отключусь, найду и покажу обязательно. Так, друзья. Это то, что звенело. Все, я же говорю, это гильза. ППШ. Так. Ну, предварительно прощаюсь с вами. Вот такой вот коп. Сейчас я покажу эти две монетки. Да, друзья, это я рассмотрел. Это две по копейке серебром. Вот такой сегодняшний улов. На этом, наверное, все. Я, конечно, тут еще похожу, попробиваю. Если что-то будет, покажу. Всем спасибо, кто смотрел. Вот такие две монетки хорошие сегодня. Пока. Подписываемся на канал, не забываем. Едем копать. Экстрим коп будет называться, наверное, видео. На улице минус 11. Проверка прибора. Как он будет себя вести. Себя. Снега много. Пробуем.